Уважаемые граждане Верхнеуральского района, обращаясь к вам, хочу обратить ваше внимание на то, что отделом Верхнеуральского района, в частности отделом по вопросам миграции, оказываются государственные услуги, в том числе выдачи паспортов гражданина Российской Федерации, гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность за пределами Российской Федерации. После оказания государственных услуг вы можете оценить качество оказанных государственных услуг путем СМС-опроса. Кроме этого, в помещении отдела имеются бумажные варианты анкет, опросные формы. Убедительная просьба оценить качество государственных услуг. Если имеются какие-то пожелания, изложить их. Хотел бы напомнить, уважаемые граждане, о личной безопасности ваших денежных средств. С начала года очень много совершено преступлений в сфере IT-технологий, похищение денежных средств с ваших банковских карт. С начала года возбуждено уже 51 уголовное дело. Никому не сообщайте номер вашей банковской карты, цифры на обороте вашей карты. В большинстве случаев вы добровольно сообщаете, передаете эти цифры, и преступники пользуются вашей доверчивостью, похищая ваши денежные средства. Будьте внимательны.